Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие! Мама, Дени, на каком канале мы? Бэйби. Ну, у нас все время у Дэна другой канал. В общем, на канале Baby Go, и вы, наши дорогие Baby Гоши. И сегодня у нас челлендж папы vs мамы. Друзья, в свое время вы в комментариях нам предлагали поиграть в челлендж «Угадай блогера по его аватарке». А мы с мамой и с Дэном посвящались и решили пойти дальше. Мы решили поучаствовать в соревновании «Угадай блогера по его шапке». Не знаю, сложнее или прочее. Давайте попробуем. Попробуем? И ты в чьей команде будешь играть? Папин или мамин? Ну вот, Дэн играет за маму. Ну что, погнали. Так, ну и что в итоге? Первая шапка. Кто это? Ответственный момент. Мне кажется, это который южный парень, который снимает обзоры на машины, нет? Какой южный парень? Не южный парень. Дальше ты... Чувак снимает обзоры на машины, но не южный парень. Я смотрю, Дени. Дени, попробуй маме помочь. Говорит. Это что за буковка такая? Я подсказываю даже, это буква. Буква? В? Нет. Что, сдаетесь? Да. Это академик, такой в очках интеллигент из Санкт-Петербурга. И он действительно снимает обзоры по автомобилям. Поехали дальше. Пап, загибай пальцы. Ну пока что ноль, что загибать. Ну это вообще изи, друзья, я думаю, что вы догадались, кто это. Но я даже не подскажу. Но это не точно. Ну давайте, думайте, это очень просто, мне кажется, это все должны. Это знакомый, да. Такое закручивается, обзоры снимает на рэперов, он, да? Ну, в том числе, да, у него есть такой эпатажный товарищ. Он еще приглашал его, Стас, себе, да, снимать. Стас Давыдов приглашал, было дело, да. А, Big Russian Boss. Точно! Ура! 1-0, пока. Мама что-то знает. Поехали дальше. Та-дам! Кто же это может быть? Ну, сразу видно, да, по шапке, что это какой канал? Ну, что человек снимает? Окей, мама, походу, не знает. Я буду... Я буду намекать. Ну, посмотри, тут микрофон, наушники. Трэмбаку какие-то? Господи. Я не знаю, стримы? Ну, правильно, стримы. Ты сдаешься, кто это? Да. Мам, в общем, это канал Let's Play. Поехали дальше. Итак, следующий канал. Ты же развозня, что это? Ну вот это вообще изи, ты должна знать, это... Russian Racer, что ли? Кто? Не. Нет. Ну подумай хорошенечко. Это же просто вообще, это очень просто. Друзья, кто догадался, сразу пишите в комментариях, что же это за блогер. У кого кружочек и в шапке, и на аватарке. Такой интересный чувак, он скетчи делает. Скетчи, он в разных ролях выступает. А, это пухлый. Кто он? Я забыл, как он такой. Три буквы, две цифры. Угадаешь, засчитаем тебе. А, Red21. Точно. Ну, это с папиной подсказкой просто с дичайшей. Там он угадает. Кто это за... Так, следующий канал-то папин любимый. Я тебе даже подскажу. Игровой канал. Кто это? Сокращение из трех букв. Еще тебе подсказка. Хочешь, даже его имя назову? Ты должна назвать его название канала. Он снимает обзоры на игры, ты смотрел прохождение игр, что он? Ну, как канал-то называется? Ну, знаю. Зовут его Саша. Очко маме не засчитываем, потому что и так было много подсказок, ты должна была сказать название. Я не знаю. Это Rus Game Tactics. Давай это, так, ну мама угадала 2 из 5. Покажи пальцем. Сколько будет 2? 2 покажи. 2. Правильно, опять. Вот, да. Папе надо угадать хотя бы 3, чтобы победить. Ну что, мамины блогеры, поехали. Мне кажется, я знаю, кто это такая. Это очень добрый блогер, и зовут ее Элли Ди. И она очень любит животных, и даже как-то на улице кормила бездомных зверьков. Это Элли
Ну, мы тоже делаем, но просто мы это не снимаем на видео. Так, ну что, 2-1, поехали дальше. Это стример. У него короткое название. Вот эта вот аватарка картошки мне всегда доставляла удовольствие. Я думаю, что это Фрост. Все там знает, а? Конечно. Это изи, изи. Поехали дальше. Опять стример. Это майнкрафтер. Правильно? Ну, судя по всему. Супер Евгеха. Ну, не надо было мне стримеров загадывать. Короче, мам, мы знаем очень многих стримеров, потому что мы с Дэном сами стримеры. Единственное, что в Майнкрафт мы не играем пока что. Ну, может быть, когда-нибудь и до Майнкрафта дойдем. И до Роблокса. В Роблокс тоже надо просили поиграть, но еще да. Нам сначала надо кучу всего пройти. Географи квиз, спринкл, ну и так далее. И это тоже изи, это сборище крутых блогеров, это Ильдар Джараков, это какой-то там его дружище, там, короче, сборище дружбанов и канал Клик-Клак. Ну, они там треки музыкальные выпускают, скетчи всякие веселые и так далее. Мне кажется, даже нет смысла считать, сколько попадает канал. Ну, короче, я эту мазню не могу понять. Может, подсказочку какой? Все равно я уже выиграл. Не, ладно. Ладно, я сдаюсь. Черт. Это же практически тот же самый клип Клик-Клак. Ну ладно. Друзья, ну сегодня папы Уинс, мамы Луз. Как оказалось, блогеров знаю больше я. Хотя мама у нас очень много сидит в интернете, и это знание включает нам в комментариях. Наказание у нее сегодня — это смотреть все серии подряд Рэд-21. Ну а мы с вами ненадолго прощаемся. Не забывайте ставить на пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших самых свежих новостей. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока!